Почти полмиллиона рублей за 3 сеанса снятия порчи. Нефтеюганская пенсионерка попалась на уловку мошенников. В интернете женщина нашла объявление об оказании эзотерических услуг. Внесла предоплату и прошла первый сеанс. Затем аферисты потребовали перевести им деньги за следующий, якобы для проведения более тщательной работы. Доверчивая югорчанка беспрекословно выполнила все требования. Общий ущерб для пенсионерки составил 411 тысяч рублей. Первый сеанс вроде того, что собеседование бесплатно, потом заманивает, то другое, пятое, десятое, и глаза, и порчи, и все на свете. А все кончается угрозами, что если не пойдете на второй сеанс, то значит у вас и внуки умирают, и заболеют, и все на свете, и вам дурно будет, и пошло, и пошло, и поехало.